Два Рукаку Кону Рейлган 125-126. А Охоши рассказал Уихару о прошлом Кими и остальных. После этого их перевели из приюта в лабораторию. У меня есть друг, с которым произошло что-то подобное, поэтому я могу понять. Но я все равно не могу простить ее. Однако... С этого момента я буду действовать как член правосудия. Хм. Так что я прошу вашей помощи. Алло, это Сузуне? Райфу, что с тобой? Если Кими будет использовать этого дракона слишком долго, то у нее могут быть проблемы. Я не могу смотреть назад, пока ты так сидишь. Хорошо. А, понятно, там карточка переводчиков. Ладно, Зар, ты прощен. Уихару устанавливает единый фронт. Смогут ли они найти способ одолеть Кими? Сурригана Сайрю. Угу. Это ведь с ней, да, был двойной бой? Я помню, в Астралбаде перепутал. Это с ней Курока сражалась, да ведь? Все, все, Апскис. Все оплачено. Я не знаю, почему в лаборатории решили лишить Кими жизни. Но это определенно связано с ее силой. Информация из баз данных о Кими была заменена на информацию ее погибшей подруги. Я сделал это для нее. Ага. Но это помогло ненадолго. 3 года назад ее заключили в первую тюрьму для несовершеннолетних, в которой я работала. Нашим изначальным планом было похитить тебя, чтобы ты изменила информацию в базе данных. Что у нее за сила такая, из-за которой ее хотели убить? Я не знаю, но у нас есть данные, которые Сари выкрала во время побега. Но они зашифрованы, и мы не смогли их прочесть. Ты хочешь дать силу слабым, потому что это напоминает тебе о твоем прошлом? Ты что, школьный психолог? Не веди себя так, будто понимаешь меня. Думаешь, что смогла бы защитить кого-то, если была бы сильнее? Закрой пасть. Тогда Хонока бежала первой, когда мы покидали лестницу. Так что она должна была заметить группу зачистки. Сприганы должны были лишь поймать нас, а группа зачистки превратить в швейцарский сыр. А-а-а. Что если она на самом деле сделала из себя приманку, чтобы выиграть нам время? Ну, это как-то слишком жестко. Я знала, что произошло, поэтому не чувствовала боли или печали. Но это не значит, что я не чувствовала ничего на самом деле. Это выбесило тебя, не правда ли? Я знаю это чувство. Тогда, и в тот раз, что если бы с ним действительно что-то случилось? Особенно с Акселем, то да-да-да, мы знаем, Тома танк. Танкует как может. Там вообще было супер опасно. Особенно то, как это в Рилгане показали. Она столкнула свое электричество с моим? Чтобы создать путь... Хороша. Я не могла вынести то, что он защищал меня, подвергая себя такой опасности. Я не могла простить себя за то, что была так слаба. Фига себе.
Прорвалась. Я использовал этот электрический пробой в воздухе, чтобы провести ток. Я не собираюсь проигрывать в своей стихии. Электрический пробой. Впечатляюще. Полагаю, у тебя больше опыта в использовании молнии. Это было прямое попадание. Как оно может стоять? Не смотри на меня так. Это должно было быть твоей победой. Но эта штука захватила больше, чем я думала. Все-таки что у нее с рукой? Что за сила привела Кими к тому, что она стала мишенью и позволяет дракону владеть ею? Как она все-таки его получила? Дракон-ангел. Я заметила, что она использовала только одну руку, но думала, что она просто сдерживается. А у Тамчанского таких много. О! Это прям как, да, в те времена. Только один. Это... Я использую этот компьютер. Если информация о силе Кими привела к тому, что случилось с Хонукой, должны ли мы узнать ее, если она всплывет? Нет, я должна довериться ей. Я не смогла взломать ее, но могу показать паттерны, которые я уже попробовала. Я ценю ваше предложение, но я уже взломал. Имба. О, вот как. 9 марта. Система сканирования не смогла засечь силу в Шундам Кими. Ей присвоен нулевой уровень. 26 сентября было обнаружено странное энди-поле. Предполагается, что мы просто-напросто не смогли засечь силу Кими. 2 ноября. По гравитационным волнам было зафиксировано появление черной дыры в солнечно-земной точке Лангража ЛС. Изменение энди-поля Шундам Кими подтверждено в тот же временной период. Но это уже странно. И опасно звучит. 5 декабря. Связь между силой Шундам Кими и появлением черных дыр признана. Предполагается, что она теоретически может быть холистическим эспером. 4 января. Нам удалось воспроизвести эндополе Шундам Кими. Исходя из масштаба поля, мы рассчитали, что черная дыра появилась в галактике Орочи на расстоянии 12 миллиардов световых лет от Земли. Ничего себе. Я вот прочитал то, что здесь написано. Это в Новом Завете раскрывается, да, будет? Ясно. 31 января мы предположили добавить Шундам Кими в список параметров. Ну, понятно, в банк этот. Так как она может стать 9-м, 5-м уровнем. Ну, 8-й, 5-й уровень это... Господи, я имя забыл. Это... Субот, блин. У меня Такеучи какой-то, ну, из Фейта. Статью про него читал сегодня. Ай. 7 февраля. Мы начали исследовать создание черветочины, поддерживаемой силой Шундам Кими. Это может решить все мировые энергетические проблемы. Однако, эта сила в высшей степени сложна и проблематично контролирует размер и место создания черной дыры. В худшем случае Земля и вся Солнечная система могут быть уничтожены. Так что в этом эксперименте необходима предельная осторожность. Это было близко. Я могу отклонить электричество, но это тепло почти поджарило меня. Но если она продолжит так атаковать, у нее быстро кончится энергия. По крайней мере, я надеюсь на это. Черная дыра? Ты говоришь, что это и есть ее сила? Видимо, ее сила позволяет создавать черные дыры где-то во Вселенной. И, оставив
в стороне эту фразу, где они заранее предполагают, что она достигнет 5-го уровня. Тут говорится, что развивая ее силу, можно создать связь с черной дырой, которая будет находиться в миллиардах световых лет. Кстати, я постоянно забываю, у нас сейчас какой тайминг этой арки? Что происходит сейчас в индексе? Но есть риск того, что черная дыра будет создана слишком близко к Земле. Возможные выгоды заставили некоторых ученых желать продолжения исследований, тогда как остальных риск заставил захотеть ее смерти. Тревога в лазарете. У меня нет времени. Но как эта сила может быть связана с состоянием Сатансан? Англия. Понятно. То есть война прям скоро. То есть Англия же была примерно параллельно 19-му тому. А, то есть Релган где-то параллельно вот этому, да? А, нет, между 15 и 16... А, то есть это до 16 тома, это важно. То есть всего лишь 15 и 16. Тогда не так важно. Единственное, что Френда Дэд и все, как бы, из важного. А, ну вот другое дело, после 16-го. Это важно, опять же, 16-й том важный для Мисаги. Поэтому нужно понимать, в каком оно состоянии сейчас. Кими говорила, что внутри нее есть дракон. Тогда я подумала, что это была метафора, но теперь... я могу использовать глушитель способности дальнего действия? Да. Оу, фига, ее просто уже это разнесло. Глушитель способности. Это девчонка Уехару. Какое разочарование. Я надеялась, что она взломает военный спутник и уничтожит здание. Кроме того, дракон уже вышел из-под моего контроля. Глушителя способности будет недостаточно. Чтобы остановить его теперь. Так и знала. Другая длина волны. Дракон и ее сила раздельны. Тогда что это? Да откуда же у тебя столько энергии? Она не связана с ним. В таком случае, как она может использовать эту силу так долго? Может ли черная дыра быть источником энергии? Черные дыры разрывают все, что приближается слишком близко, и испускают струи сверхвысокой энергии. Эта энергия слишком огромна, чтобы кто-то мог ей владеть. Но что, если дракон каким-то образом поглощает ее? Это может объяснить, почему она привела к себе дракона. Но в таком случае... Мы сражаемся против черной дыры до тех пор, пока не сможем отделить дракона от Шиндан Кими. Да, капец, Уехару потеет в прямом смысле. Даже Мисака-сан не сможет сделать этого. Что за сила вообще может сделать это? Сатан-сан, какой спер на такое способен? Никого подобного не существует. Она отключилась? А, там не бип был какой-то. Да, это бипы есть. А, я понял, это нет, не то. Ошибка. Фон просто. Если этого не существует, мы просто должны создать его. Эти механические глаза оставили меня. Все дальнобойные глушители направлены на здание охраны? Что с Уехару? Что с Уехару? Что с Уехару? Что произошло с Уехару? Жесть, что это реально? Капец, это ж супер важно. Хотя, с другой стороны, да, она, по крайней мере, в индексе в Старом Завете не принимала активного участия, кроме 15-го тома. Но, блин! Она уже эспер 1-го уровня всего лишь. Цветочки подогревает на голове.
Может быть, ее навыки технического связаны как-то с ее способностью. Уихару в боге. Скрытый демон имба. Я думаю, это как-то связано с ее эспертской способностью. По крайней мере, видишь, да, то есть у нее там всякие с цветами связанные, цветы светятся, рожки из цветов. Блин, а в нее попал. Я просто забыл, какое-то влияние он на нее оказывал. С помощью вышек поменял свое эндополе. Звучит неплохо. Ну, в конце концов, мы же знаем, да, всякие левелаперы и так далее здесь были, так что ничего удивительного, что она могла поднять себя на уровень, как минимум, то и не на один. Ну, посмотрим, но выглядит это впечатляюще. Конец записи.